Последние 7 лет моей жизни я воплощал свою мечту. Бьянка, Рокки, мой папа. Все построено на их плечах. Эй, вам чем-нибудь помочь? Дадите автограф. Я не даю автограф, отойдите от машины. Ты что, не помнишь меня? Дэмиан? Как долго ты отдыхал? 18 лет, бро. Только вышел на прошлой неделе. Я рад, что ты вернулся. Я знаю, что меня долго не было, но я держу себя в форме. Есть еще порох в пороховницах. Приходи в зал. Спасибо. Так интересно услышать вашу историю. Он тебе не рассказывал? Мы были как братья. Только я был получше. Но не было возможности доказать это. Полегче. Эй, чувак, что ты делаешь? Ты убьешь его? Я не понимаю, зачем ты это делаешь. Ты ему ничего не должен. Дэмиан борется с миром, поэтому пытается причинить всем боль. Что ты хочешь, а? Что я хочу, мать твою? Ты попробуй провести полжизни в камере, а? И смотри, как кто-то другой забирает твои награды. Но я верну все себе. Ты че, угрожаешь? Что с тобой происходит? Дэмиан был семьей. Но теперь на этом точка. Тогда может просто сразиться с ним? Я хочу, чтобы ты отпустил свой страх. Отпустил чувство вины. Отпусти то, что было, и войди в то, что есть.